Өздеріне қандай бұйрық берсе сол орында. Заңды емес, заң зорламай. Всем привет! Хочу сказать о последних событиях, задержаниях, которые произошли с членами оргкомитета партии «Алга Казахстан». Это Марат Жаламбаев, Венера Жамбаева, это Мереке Нурманов. Считаем это политическим преследованием, дабы 18 числа нас не допустить на очередную попытку регистрации нашей партии. Поэтому власти всячески препятствуют. И вот возле моего дома стоят и охраняют полицейские, два экипажа. Вот один из них сейчас здесь стоит. Вот эти ребята, которые нас снимают. Вот они стоят периодически здесь. Всем привет. Не хотят представляться, не хотят ничего делать. Это мое наружное наблюдение. Да! Все? Мы живы!